Лена, дай фотку. She's blogger, YouTuber. Ребята, у нас есть 45 минут для того, чтобы выучить всю химию. И биологию, ребята. И биологию тоже. Потому что кое-кто перенес на 7-й урок. С Новым годом! С Новым годом! Там то, о чем ты всегда мечтала. Да. Мерседес. Стой, одна роза. Ура! Все-таки купили. Получаюсь такую. Яна, дай фотку. Яна, дай деньги. Я посмотрю. У тебя еще так и хотел смотреть. Все, футболка работает. 5 пальчик. Сегодня люкс. Там больше их не осталось. Ага. На тебя. А выбирайте вот таких вот друзей, они отдадут последний вам кусок. Наггетсы, 4 наггетса за 1 рубль, прикиньте. Korean vibe. 17, 18, 19, 20. Вау. Но у меня зима, сердце на душе. Итак, мы уже дома. У меня. Вот у нас такая вот эстетика сегодня. Слушай, ну один синяк замазался. Люди не поймут, как будто я тебя бью, знаешь? Сейчас будем практиковать наш English. Yes. And French. Погоди, надо хотя бы выучить фразы. Французский знает она. Я немного знаю испанский. Совсем чуть-чуть. Но я говорить на нем не могу. Ну, чуть-чуть. College and at the same time I work with them. А, погоди. Ой. Let's go. Мы говорили... Это нас не видно. Что говорили? Мы разговаривали уже 1 час, да? Ну да. Получается. Но мы там еще с некоторыми людьми общались. Я но сейчас вот... хочу на английском сказать. Кстати, да. Уже вот такого как будто... У меня тоже как будто бы нельзя говорить на русском, и надо говорить только на английском. Ты такой, знаешь, сразу блокируешь, хочешь говорить на русском, такой, оп, Russian, Russian. Да, она говорила, там что-то начинает на английском, заканчивает на русском, потом начинает на русском, заканчивает на английском. Я такой, I don't understand. Again. Я чувствую себя монстром таким. Я реально, я хочу говорить на английском. Да. Короче, всем советуем. Все собирайтесь сейчас вот так вот с друзьями. Только находите нормальных людей. Просто нам попался очень хороший человек, Амир. Если вы его встретите, передайте привет. Из какой страны? Мы не поняли. Там очень какая-то маленькая страна, но это где-то в Африке. Короче, Африка. Африка. В общем, он араб. В общем, он араб. Короче, что хотим сказать? Ай. Вообще, там было очень сложно найти человека, потому что, ну, там перелистываешь, и в основном попадается нам Россия, потому что мы из России, мы поставили свою страну. Почему я хочу говорить на английском, у меня слова уже на русском не являются. Я какую-то фигню уже не слышу. Так, ну вот, попадался там Волгоград, Москва, Питер. Да, и когда мы увидели, вот Амир, он поставил USA, но мы так обрадовались, думали, сейчас American сейчас будет. Но он хорошо реально говорит на английском. Советы от двух девочек. Советы от Яночки Дорониной и Дианочки Бесиной. Вот. Но ей пора уходить.
Так, уже... Так, сколько время? 9:05. И я не знаю, в принципе, поздно уже, но как-то и ложиться спать я не хочу. И, наверное, сейчас я что-то сделаю из уроков. А что это такое? Откуда это вылезло? Сейчас я сделаю какие-нибудь уроки, потому что не хочется откладывать все на воскресенье. Да. И пойду спокойно спать. Ну а влоги, где я делаю домашку, я снимаю часто, поэтому сегодня исключение. Я, наверное, с вами сейчас попрощаюсь, буду монтировать видео и делать домашку. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, всем пока!